Доброе утро, меня зовут Сергей Прокопец, я бармен, и сегодня мы приготовим с вами коктейль ванила-кофе. Для этого нам понадобится коктейльная рюмка, она в частности очень часто используется для десертов. В шейкер накладываем льда. Выливаем порцию кофе, эспрессо. Добавляем 50 грамм молока. 20 грамм кокосового сиропа. И 20 грамм ванилового сиропа. Взбиваем в шейкере. Надеваем стрейнер. И процеживаем в коктейльный бокал. И сверху, как топпинг, мы можем потереть шоколада. Коктейль готов. Кофе – прекрасный тонизирующий напиток, и в сочетании с ванильным и кокосовым сиропом и молоком дают отличный коктейль ванила-кофе, который будет являться прекрасным десертным коктейлем для вашего утра. Приятного аппетита!